Всем доброе утро, доброго дня, доброго вечера у кого-то. Я не знаю, ну, у всех по-разному, да? Ну, у нас, по крайней мере, добрый день. Кстати, ребят, хочу вас поздравить. Сегодня же Рождество, 7 января. Да. Раньше этот праздник, ребят, мы отмечали, то есть, когда была... То есть, когда был царь, ну, или император, у нас был другой календарь, девочки-мальчики. Я не знаю, григорианский или юлианский. И, короче говоря, когда пришла революция, дни перенесли, и праздник перенесли, ну, на этот день. И, короче, Новый год тут, ну, как у нас вот, да, отмечают, ну, по всему, да. Есть старый Новый год и Новый год, вот, который вот был Новый год, да. А скоро еще и старый Новый год будет. 14, с 13 на 14. Вот. Короче говоря, вот так вот. А Новый год это 1, то есть с 31 на 1, понимаете? А старый с 13 на 14, ребят, это да. А вот Рождество у нас так вот, то есть, ну, на несколько дней, на 14 дней, девочки-мальчики. Вот. Есть католическое 25 декабря, а христианское, ну, православное, оно это 7 января. Ну, где-то переделали уже, да. Стали отмечать тоже 25 декабря. А раньше мы тоже отмечали 25, когда был царь, император Алексей. Или как его там, или не звать, я не знаю, короче, Николай, короче, был у нас царь, да. Оттуда пришел товарищ Ленин, да, со своей компанией, и они переделали все по-другому, да. Короче, вот так вот. Всех с праздником, девочки, мальчики. Любви вам, мира. Привет всем, друзья. Здравствуйте. Еще раз. Я хочу сегодня... У меня рисовая каша есть. Нет, не смотрите, это надо помыть потом. Но сегодня же праздник, нельзя мыть это. Да, нельзя праздник эти мыть. Да, сейчас. Короче, будем это... Сейчас. Котлетки поджарим. Не, подогреем, девочки-мальчики. Это не котлетки, а вот такие вот, знаете, эти драники в штанах называются, да. Я их вчера приготовил. Сейчас мы, ребят, это, рис вчера вот, отварил. Сейчас рис, короче говоря, бросим сюда. Тоже разогреется, поедим. Я люблю вот такую вот пакетик, где это, ну, отварил 20 минут и все. Короче говоря. Чесночка сейчас еще туда дофигачим. Ребят. Это вот, смотрите, вот. Сейчас, ребят. Быстренько это все наливаем. Добавим чесночка немножко, ребят. Чесночка добавим. Это вот. Ну так вот. А я вчера так, знаете, хаотично вот. Сейчас вот обжарим немножечко вот. Да? Я сейчас еще кетчупу немножко брошу. И котлетку положим. Поехали. Да? У меня еще кетчуп есть. Добавим кетчупа. Ну так я вот. Ну, чтобы, как, знаете, вот просто вот было, ну, вкусно, что
Я люблю вот так вот пробовать, экспериментировать. Так, девочки, мальчики, сейчас вот немножко, две капельки кетчупа, правда там мало, но ничего, сейчас обжарим. И вот так сейчас вот, смотрите, там кетчуп, чесночок такой, да, ребят? Очень классное. Ну, так простой вот, знаете, мукбан, для мукбанга простенький. Ну, сейчас вот оно быстренько, это траливали, сделается, подогреется. Ой, нос чешется. Запах такой вкусный. Ребят, запах вкусный. Так что это... Продолжаем, девочки, мальчики. Смотрите, у нас это как получается. У нас есть котлетка. Я ее, ребят, разрезал. На, ну, не котлетка, а драник. Драник. Драник называется. Я ее разрезал. Положил сыр, ребят. Ложим сыр. Вот так вот, да? Ну, вот так вот. И вот так вот сейчас вот оно потихонечку. И вот так вот накрываем. И сверху еще вот так ложим. Да, ребят? Сырочек. Вот. И вот так вот. И оно будет потихонечку вот готовиться. Да? Видите? Плавится. Сырок будет плавиться. Ну, как вот, знаете, вот такая вот красота будет. Да, девочки, мальчики? Вот. И вот так вот. Потихонечку вот так. Оп! И он потихоньку будет это... Я не знаю, как кто делает, но я вот так хочу. Я хочу эксперименты делать. Да, девочки, мальчики. Эксперимент. И вот так вот, ребят, и вот так, оп, пусть оно плавится потихонечку, очень будет полезная еда. Да-да, да-да-да, девочки, мальчики. Ну, и это подогреется. Видите, как оно нормальненько будет. И вот так вот. И как вот, знаете, в лучшем... Думе. И вот пусть оно вот так вот. И вот сверху можно, девочки, мальчики, еще добавить этого вкусняшки. И вот смотрите, девочки, мальчики. И вот так вот. Как бы сказать, как ягодка будет. Как ягодка на торте, да. Вот и все. Не мои. Вкусняшка будет, да, девочки, мальчики? Ну так прикройте, пока пусть постоит. И теперь, девочки, мальчики, сюда ставим горяченько такое. Ой, шикардосно, да, девочки, мальчики, шикардосно. Получается, сейчас будем кушать, а вилочку возьмем. А продолжение, конечно, следует, девочки, мальчики, да-да-да. Продолжение следует. Короче, смотрите, как у меня получилось. Вот она. Видите? Красота, да? И вот так вот. Вон, смотри. Вон она, как хорошо. Котлеточка. Это. И сейчас будем кушать, ребят. Такая красота получилась. Так что, мне приятного аппетита. И кто со мной кушает, тоже вкусно будет. Короче, это сыр там. А это... Драничек там. И еще сверху сырочек. Вот, да. И рис. Кашечка такая. Интересно. Вкусно. И сверху кетчуп. Да, соль еще добавил. Сейчас будем кушать. Короче, девочки, мальчики. К ночи. Видите, какая красота. И вот так вот кетчуп макаешь. Ой.
сырок. Видите как? Красота, классика. Советую вам тоже приготовить такое. Ну так, для разнообразия, девочки-мальчики. Ой, такая вкуснота, ребят. Сыр просто классно. Обалдеть, да? Потом кофе попьем. Ничего. Я без хлеба, девочки, мальчики, без хлеба. Не хочу. Можно вот так есть. Рука трясется. Что-то я волнуюсь, девочка-мальчика. Как холодец. Наркологи там не... некоторые сидят и думают, что рука трясется. Во-первых, не пью, не бухаю. Вот, и вам советую. Но праздник святое выпить, да, за праздник. Такая вкуснота. Короче, я уже вон доел почти. Красота. Я без хлеба. Без хлеба, девочки, мальчики. Ой, девочки, мальчики, такая вкуснота. Это сыр, конечно, он плавится. Я, конечно, не китаец. Можно удивить самого себя. Только позитив, девочки-мальчики, только позитив. Ну там в Ютубе некоторые не понимают этого. Ну это не важно, девочки. Любовь. О, вкусная, вкусная еда. Сейчас кофе будем пить. Сейчас это закипятим чайник, закипечиваем. Хотел в деревню ехать. Не поехал. Блин, встал? Непонятно как. Знаете? Ой, девочки, мальчики, такая вкуснота. Готовьте. Кушайте. Ой. Какая вкуснота, девочки, мальчики. Я соль еще добавил. Мне кажется, что тут мало соли добавил. Вкусно. Обалдеть, сейчас кофе будем пить. Как раз чайник. Ну вот, дайте мне. Мне приятно аппетита, и вам тоже. Кофе будем отдельно пить. Сейчас кофе будет.
Вкусно. Кстати, девочки, мальчики, пока мы чай еще сейчас нальем, хочу показать вам солнышко. Смотрите, какая красота. Да, девочки, мальчики, какая красота. И птичка летит. Да. Снег вот, смотрите, какой ровненький. Да. Кстати, девочки, мальчики, вон у меня какая орхидейка, девочки, мальчики. Ну, не в том дело, давайте мы насыпем кофе. Кофе насыпем, да? Насыпем кофе. Ну, я так покупал, прям, знаете, классный кофе. Попьем. Мы поели уже, сейчас кофе попьем. Короче, вот так. Милая моя, песенку пилют. Да, девочки, мальчики? Жизнь прекрасна, ребят. Давайте жить дружно, девочки, мальчики. Давайте жить дружно. Ну, там некоторые же это пишут, да? Ну, я имею в виду. Ерунду, да, некоторые. Я же добрый человек. Мне сахара добавить надо, девочки, мальчики. Горячий такой. Сегодня праздник. Да, я 2 ложки ложу. Ну, если сахар, конечно, если сахар не сладкий, я добавляю еще 1 ложку. У меня мамка, она была, ну, она 6-7 ложек сыпала, да. Короче говоря, солнышко светит, и мы попьем кофе, милый. Горячий такой. Это когда на улице холодно, тогда очень, знаете, если ты в деревне живешь, да, так хорошо сесть возле печки и кушаешь. Девочки, мальчики, очень вкусно. Будьте добрее, девочки, мальчики. Будьте добрее. И люди потянутся, да? И незаменимая эта кружка. О-о-о! Вкусненько. А то некоторые там прям... Так прям вот писали. Ну, я имею в виду в Ютубе. Ютубщики, умейте таланты. Ну, некоторые там. Трояшки. Короче, разговорные темы. Ребят, очень классно, да? Когда мы живем на этом белом свете, да? И некоторые люди там, людишки, сидят, ну, чтобы человека там немножко это... Гадости написать. Они же сидят там такие... Умничают, такие умничают, прям умняшки, прям. У самих в душе грязь, они эту, как говорится, свою гадость, они пишут другим людям, девочки, мальчики. Ну, чтобы самоутвердиться, правильно говорю? То у тебя там голос не такой, то это не такое, то то и не такое, девочки, мальчики. Я вот думаю всегда на... этими людьми, ну, что их с ними делать? Ну, что с ними делать? Только и говнок полный. Я уже давно в соцсетях, да, девочки, мальчики, давно. Я вначале, так, это, знаете, к этому, ну, меня это, конечно, задевало больше всего на свете. Одна знакомая мне сказала, их надо просто игнорить и банить. Ну и все, молча. Бац, и все. И трали-вали. Так что я вот так и делаю теперь. Да. То какой-то диагноз ставят, непонятно что. То у тебя там типа того, рука трясется, тут у тебя... ты какой-то непонятливый, много пьешь, ну там типа выпиваешь водки, ну типа того. А я-то трезвенник, ну... Редко там могу на праздник выпить и все.
Редко-редко. И то только день рождения и Новый год. Ну, праздник там какой-нибудь. Как, знаете, девочки, мальчики, некоторые это тоже заходят. Говорят, типа, ты, ну, вот как вот заходят, да, к примеру, в этот чат, да, в чат зашли. С какого города? С какого города ты? Ну, где твоя жена? Где твои дети? Вот одно и то же, одно и то же, понимаете? Одно и то же и потому же. Мне надоедает отвечать иногда, ну. Я теперь молча просто их тык и все. И трали-вали на вокзале. На этом я вас всех люблю, целую, обнимаю, кто со мною. Моих любимых подписчиков. Я вас люблю, милые мои. Хороший.